Итак, ребята, всем добрейшее утро. Сегодня у нас тихий день в лаборатории, и я попросил, чтобы меня девушка, которая мы с которой работаю, возьмет сейчас на очистное сооружение. Я, вот видите, напялил яркую куртку. Там нужно будет взять образец. В общем, для меня развлекуха будет. Поехали посмотрим. Короче, ребята, вот это ангар, где стоит наша тачка. Это Бриана. Она будет вести, я буду, как сказать, помощником. Вот, нам нужно будет сейчас взять тачку и на ней поехать. Тачка какой-то Ford там Ranger, что-то в таком духе. Выглядит все супер круто. Just making video for my Instagram. Вот. Всегда круто. Такие вот всякие развлечения. В общем, я уселся, жду сейчас, пока там закроют ангар. Такая тачка, Ford Ranger. Тут всяческая всекота лежит. Прикольно. Я прям excited. Будет развлекуха сейчас. Итак, ребята, приехали мы на эту станцию по очистке. Сейчас возьмем, откровенно говоря, образец говна. В буквальном смысле вода, которая с унитазов, со всего, с говном все смывается. Она перемалывается, и нам нужно взять вот прямо такой образец. Я не знаю, буду ли я в этом участвовать. Вот. По крайней мере, если даже какое-то средство защиты, то да. Вот. Самая маленькая очистная станция в Голд Косте. И находится не так далеко от дома, кстати. Ну вот наш агрегат, на который мы приехали. Там вот Бриана, моя коллега. Ей всего 23 года, представляете? Водит классно, кстати, спокойно. Я в 23 года водил гораздо хуже. И, собственно, мы сейчас будем брать образец говна. Так, взяли мы перчатки. Сейчас мы пойдем как бы в сторону автомобиля. Бутылочки. Is it for the degret? Yes, yes, degret. Короче, говно будем отбирать в эти бутылки. Подписываем. Станция какая. So. Okay, so we, just one bottle? Okay. Все, короче, строится. Нам нужно обойти очистную станцию с другой стороны зайти. Поднимаемся по ступеньке. Ступенькам. Уже попахивает говнецом, откровенно говоря. I can smell actually already. Вот так выглядит станция сверху. Is it okay to film here or not? Is it what? Okay, to film here. Yeah, I filmed here for my uni assignment. Ah, okay. I don't see why not. Короче, снимать можно, вот так выглядит говностанция. Очистные. Вот когда люди срут Голд Косте, все это стекается вот на такие станции, здесь перерабатывается, потом эту воду можно пить. А, and this is like a sample. Yeah. Вот эта тросточка. Вау. Wow. Yeah. Ну, короче, вон там прячется говно, видите, оно течет там. Ну вот, собственно, видите, говнецо взяли, вот сразу наливаем бутылочку. Я много тащил бутылок, you know? Yeah, it's all covered with this degret. Yeah. Ну вот, собственно, и все. Потом это образец будет использовать в лаборатории для своих личных там культивационных анализов. That's it? Вот здесь есть водичка. А, вот.
течет вода. И, собственно, мыло. Не знаю, почему даже положили так мало, так низко. Ну, такая вот штука. This one, right? Straight right ahead. Wow. Aeration 3. And right here is our secondary sediment 3. Well, I can see the birds out there, so the water must be okay. Yes, yeah. That one is just... Yeah. Yeah. That's the aeration. Да, yes. О, дикрит со стороны. Yeah, yeah. Это все камненная вода. Самая натуральная. Yeah. Okay, I'm gonna go a bit off-road now. Oh, perfect. It's only two-wheel drive, yeah? Yes, I think so. Woo. Это, короче, пруд, где очистная вода вся уже, ну, более-менее очищена. Вот, я вам показывал в предыдущем видео вся эта говняная вода. Вот, она очищается, потом поступает вот сюда. Мы приехали в маленькую лабораторию здесь на месте, чтобы протестировать температуру и что-то там еще. Вот, здесь строят еще дополнительно еще один, как бы, резервуар. Четвертый или пятый, где будет очищаться. Зацените. А, вот какая-то вода там течет еще. Наверное, не видно. Вот. И, собственно, здесь вот все эти каналы, вот кому интересно. Это такая же очистная фигня, не знаю, как она называется. Видимо, хрень там вращается и каким-то образом фильтрует воду. Собственно, это лаборатория. Пахнет пероксидом. Smells like peroxide or something. Or nitrogen oxide. Yeah, I kind of smell chlorine bit, but I think chlorine, yeah. So on the outside is where they have like the chlorinated effluent. There's a well which I can show you just over on that side where we collect the bacteria from. We'll have to show you that as well. Just in that little side thing off it is where we get the rag. Uh-huh. You can stand on top of it and have a look. Okay. Короче, это резервуар с очищенной водой. I'm surprised how many birds are here. They're everywhere. Every plant that has birds all over this. Yeah. This here is our rag. Gonna be operating soon? I don't know. This is technically a part of number 3. Uh-huh. But they're obviously doing something to make it work. А это facility, где вся эта говняная вода высушивается и спрессовывается. Все твердые вещества спрессовываются до такой, как бы, спонжи, как бы кубкообразные структуры. Мы это тоже анализируем в лаборатории. Вот. Так это выглядит. Эта машина не работает. Напоминает брауни, если честно. Если не знать, что это говно спрессованное, то можно съесть, наверное, задекорировать под брауни и поставить на витрину в каком-нибудь кофешопе. Никто и не заметит. Смотрите. Выглядит отвратительно. Samples basically, as you said, the degraded water in a matter of time gaps. Yeah, so every hour it takes 300 mils and puts it into a bucket underneath here. Uh-huh. And then somebody comes in the samples. Yeah, ah, okay. Goes into there,
And then we take a degrit sample out. A part of the degrit sample you have taken from the with this thing? Yeah, from the hose there, yeah. Okay. Вот так. Так, мы возвращаемся обратно в нашу лабу. Ну и, конечно, мы решили заехать тормознуть, кофеечку купить, почему бы нет, чтобы торчать меньше времени в лаборатории. Бриана сейчас паркует ее автомобиль так, чтобы задница не торчала, ну, у автомобиля, естественно. Вот, потому что мы запаковали сначала здесь вот, здесь было слишком, жопа слишком торчала сильно. Сейчас вот так вот запаркуемся, попьем кофеечку и домой уже, домой в лабораторию. Все, ребята, мы вернулись на место. Я по пути вот купил вот кофеек и альмы круассан. И, в общем-то, возвращаемся к работе.